Время 8:30 утра, уже следующий день. Сегодня очень такой трудоемкий день рабочий, но не у меня, я буду только следить. Я приехала на наш участок, вот 8:30, я уже на месте. Сегодня нам будут продолжать устанавливать террасу. На улице сегодня, мне кажется, будет очень жарко, потому что утром уже прям такая летняя погода. Наконец-то до Санкт-Петербурга, до Ленинградской области дошло лето. Ждали мы этого дня до 23 июня. Показываю, как обстановка. Вот на утро, на 8:30 работники еще не пришли. Я их жду к 9 утра, но я уже на месте, уже переоделась по-летнему. В общем, вчера установили 3 сваи под террасу. Сегодня они установят 4-ю. Вот она лежит. А вечером мы уходили, накрыли доски, которые привез Петрович. Доски, андулин и ЦПС. Вот это мы все накрыли. Они их уже обработали частично антисептиком. И все это высохло, мы накрыли. В общем, провозились с этими сваями вчера. Это что-то было с чем-то. Никогда не покупайте вот эти сваи, который свай-шуруп, вроде она как называется. Отзывы были отличные, но она вообще не идет. Может быть, грунт не тот. Вообще не идет. В общем, думали уже покупать новые сваи. Но в конечном итоге, перепробовав все, купили. Пришлось потратиться, съездить в магазин и по 750 рублей докупить вот эти, как они, с лопастями, вот эти, под наш размер свай. Крутили. Вот 3 штуки, 4-й уже устали, не докрутили. Лом тут все. Вороток, по-моему, вот это называется. Нет, не вороток. Вот эта палочка, как она называется. В общем, я пришла. Все им тут подготовила. Вынула им головки. Вот эти. Это они оставили инструменты. Целая коробка с гвоздями. Уровень, чтобы делать. Вот, они все их посрезали. Вот, все, что осталось от свай, 4 штуки. И вот эту спиральку, они не все, оказывается, срезали, а только часть, которая им мешала в самом начале. Спиралька вся осталась в земле. Вот эти наварили. Хорошо, и сварочный был, и болгарка, все это срезали. В общем, целая тут история была с этими. Уже и покупали бур, ездили за 1850. В общем, вот так сказали, что хорошие сваи. В итоге не подошли они. Не знаю, может быть, грунт не наш. Вот еще раз покажу, что вот эта спиралька осталась. Вот этот наконечник срезан был. Вот. Вот место сварки. И вместо вот этого наконечника была вот наварена вот эта штука. Вот место сварки. Здесь вот чуть-чуть обрезали ее, чтобы она входила. По-моему, вот. Да, острый край. А вот это уже с такими, с нормальными. Это уже на новой свае. Вот она, одна последняя осталась. Значит, крутят они ломом. И вот эту мы покупали еще в прошлом году, когда устанавливали забор. Такая труба специальная. Крутить. В общем, вот такая ситуация. Доски, ну, пусть сами тогда открывают. Вот там вот яндулин. В общем, терраса. Погода теплая, ближайшие дни. Сегодня написано до 25, завтра вроде еще до 27, потом несколько дней 30 градусов. Все, ну сколько тут террасу, они дня 2 будут, 2-3 дня, наверное, делать. Ну, окончательно, сегодня я одна весь день буду тут следить. Ну, они знают, мы все обсудили, я просто приехала тут все открыть, подготовить, свет включить, нужно им розетку сейчас вывести, они тут с инструментом будут работать, и просто буду отдыхать, смотреть, снимать работу, как они делают. Муж у меня на работе сегодня и завтра тоже, а потом у нас будут выходные, и мы уже, надеюсь, они тут сделают, и мы уже будем облагораживать. У нас тут другие дела есть по программе. Но терраса прям необходима, такая жара. Вот, у нас будет терраса. Нам нужно будет еще дом красить. Краску уже купили. В общем, дел у нас хватает. Пока погода солнечная, жаркая и сухая. Ну, а я сегодня приехала вот с такой сумочкой. Здесь у меня и продукты, и одежду я взяла, переодела. Костюм такой летний. Взяла себе вязание.
порукодельничаю. А что тут еще целый день делать? Можно и на улице посидеть, если будет жарко в доме. А прохладно. У нас тут тенечек. Я пока не открываю. Окна не открываю. Тенечек. Хорошо так. Вещи. Не буду открывать. Пусть посвежее будет. Вдруг вот эта жара, дом прогреется. Пока прохладненько. Хорошо. Головки приварили, отдыхают, что ли. Я тут вышла, уже все приварено. Здесь также вот доски сняли. Вон где дом. Сюда они будут крепить. Террасные вот эти доски. Положили уже первую доску. Работники ушли на обед, как-то они не очень быстро работают. В общем, что тут у них получилось сделать? Вот они сваи доделали, засыпали их, ЦПС мы привозили, заказывали. Потом они обрезали их в нужный уровень, приварили оголовки. И вот они уже тут брус начали укладывать, пока они просто примерку делают. Тут вот у дома кусок они сняли. Как-то тут они крепить будут. Ушли. Пришли с обеда. Долго их не было. Продолжили. Сказали, быстрее дело пойдет. Тут что-то они вымеряли. Но не знаю. Подложили они... Как вот этот черный рулон называется? Где ножницы рубероид, что ли? Мы его покупали. Вот подкладывать. Мягкий. Потом они тут все соединили, просверлили отверстие, где оголовок у сваи. И с помощью таких огромных болтов, они у нас от дома остались, мы покупали, они будут крепить. Вот сейчас этим занимаются, тут все сверлили. Я вышла, прогулялась, все посмотрела, поговорила, попросила побыстрее, но очень как-то медленно. Втроем работают. В общем, положили вот эту длинную, две боковые, ну вот 2 на 6 вот этот размер, крепят. Пока такие работы у них. Сегодня, кстати, полола, когда утром канавку за пределами участка, за воротами с той стороны, соседка подошла, разговорились, вот напротив живут. Они здесь летом постоянно. Она говорит, чего не сажаете там? Я говорю, да вот еще не успели. Посоветовала жимолость. Вот все про эту жимолость, но сказали специфическое. Вот у нее чуть-чуть сорвала она мне попробовать. Здесь она сказала два вида. Одни такие короткие, а другие длинные. Вот. Мы попробуем, потому что я действительно не знаю, что такое жимолость. Вот я возьму домой, помою. Потому что пишут специфическая эта жимолость, не все ее едят.
Ну вот соседка прям так нахваливала, что очень полезно, очень вкусно. Ну попробуем. Если что, конечно же, если понравится, мы жимолость эту посадим. Пока я тут вязала, корзинку довязала, они уже поперечные установили вот на эти места. Наверное, я не буду выходить мешаться. Понятно. Вот этих поперечных не было, которые на лагах лежат. И там тоже. Вот. Две поперечные. Теперь они носят доски, которые вроде как пол, что ли. Непонятно. Укладывают. Укладывают. Доски разложили, чтобы к крыше добраться на лестницу. Сейчас станут крышу там крепить. Вертикальную крепят. Давай, бумага, машина.